Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, сейчас будет бодибалет. Что такое бодибалет? Это смесь классической хореографии с силовыми упражнениями. Развиваем чувство ритма, гибкость, осанку, попу и пресс. Давайте начинать. Поехали. Молодцы, все старались, у всех очень хорошая подготовка, кстати говоря. Я очень даже удивлена. Многие, наверное, в детстве танцами занимались, да ведь? Ну, хореография какой-нибудь, да ведь? Поэтому это видно. Большие молодцы, спасибо вам большое. Буду рада вас видеть еще, наверное. Спасибо. Как всегда говорю, все ребята молодцы, все старались, несмотря на то, что было сложно. Особенно сложно это было Артуру, но он старался, он молодец. Я его поддерживала всячески. Поэтому дальнейших ему успехов в хореографии классической. Сегодня занятие для меня по фитнесу оказалось очень сложным. Я пришла сюда уже уставшей и занималась я очень вяло. Я просто как овощ лежала. Бодибалет – это просто что-то с чем-то. Буквально за полчаса тренировок я превратился одновременно превратился, знаете, в кого? В Николая Цицкоридзе, вот, в Плющенко и в какого-нибудь бодибилдингера, потому что это действительно настолько сложно. Это вам не тянуть штангу, не подтягиваться. Вот эти вот упражнения, направленные на развитие женской, то есть мускулатуры, так скажем, женской красоты, по-настоящему сложные. И кто что бы ни говорил, я теперь понимаю, как и вообще с помощью каких упражнений девочки становятся по-настоящему стройными, красивыми, ну и упругими. Арс Фитнес – это просторные залы для групповых программ по аэробике, современные тренажеры, игровой зал, удобные раздевалки, сауна, солярий, отличная команда инструкторов и аэробные, силовые, танцевальные, а также флекс-классы. На пути обучения жизни ребят на экране ожидает немало трудностей и конфликтов. Но путь наверх всегда тернист. Как же они справятся с ними, как выстроят отношения в коллективе? Все зависит только от них. Смотрите все в следующих сериях реалити-проекта «Звезды экрана 2013» в среду, субботу и воскресенье в 12:00. И обязательно голосуйте за участника, который, на ваш взгляд, достоин носить звание победителя проекта «Звезды экрана 2013». Ну а сейчас мы приступаем к голосованию жюри. Настало время очередного голосования. Как всегда, это несколько печальный момент, но тем не менее приходится кого-то удалять с проекта. Итак, хочется выслушать, наверное, для начала Санию Тимасову, у которой возник сегодня конфликт на занятии с участницами, и хочется услышать ее комментарии и кого же она номинирует сегодня. После сегодняшнего занятия я нахожусь в некотором таком замешательстве. Две участницы, это Лера
и Екатерина. Что могу сказать по поводу Леры? Ей еще в силу своего юного возраста, возможно, допустимы какие-то, ну, скажем так, несдержанность, какая-то излишняя экспрессивность. Конечно, очень плохо, что мама Леры постоянно вмешивается в этот процесс. Ну, не она знаю. Она же не вмешивается, она же присутствует просто на съемках. Мешает ну, развитию? Да, ВКонтакте очень сильно мешает. Она мне в переписке, да, то есть... Участвует мама в переписке? Да, то есть мама участвует в переписке. Завуалированы, не завуалированы были оскорбления в мой адрес. То есть, в частности, Лера писала, когда же семья заткнется, что мне не хватает ума, что мне не хватает, скажем так... В общем, ничего мне не хватает, что я очень бескультурная. Ну, видимо, Лера очень культурно распишет такие вещи. Мама также участвовала в этой переписке, пыталась вывести меня на эмоции, указывала мне на мои недостатки. Ну, то, что я слишком толстая для бывшей балерины. Тем более, что я бы не сказала, что я толстая, я беременная, а не толстая. Вот. Ну, насчет Леры, не знаю, в этом возрасте так выглядит недопустимо. Так вот всем рассказала. Да, я беременная, на самом деле, 2 месяца, поэтому извините, дорогие телезрители, я растолстела, спасибо. Это правда, кстати. Спасибо. Что могу сказать по Екатерине? Екатерина уже взрослая женщина, то есть она меня старше, видимо, она считает, что поэтому она может не обращать внимания на мои замечания, считает себя более умной, более взрослой. То есть, возможно, это и так, через 8 лет я тоже стану такой же умной, как она, но мне непонятно, почему она прикрывается еще своими детьми, то есть, да как вы мне смеете говорить замечания, да у меня же дети, у меня же смотрят дети, но на самом деле я удалила бы Екатерину, потому что если Лера еще молодая, она может исправиться, Екатерина не готова, она не создана для шоу-бизнеса, Катенька, прости. Я передаю слово главному редактору телеканала Алисе Старчак, которая выскажет свою конструктивную критику, не являясь преподавателем проекта, но видя всех участников, я думаю, можно сказать, изнутри. Поэтому, Алис, твоя критика и твои замечания будут сегодня очень ценны для участников проекта. Меня не устраивает абсолютно Нурсиля, как я не вижу ее на телевидении. Она слишком тихая, слишком спокойная, в ней нет экспрессии, в ней нет жизни, она неинтересна. Спасибо, Алиса. Я передаю слово Эмме Викторовне Сигаль, которая сегодня проводила экзамен по своей дисциплине. Это урок техники речи. Эмма Викторовна, чему научились ребята за эти 2 долгих месяца ваших занятий? Что они усвоили? Как они выговаривают слова? Как они делают правильно? Насколько правильно они делают ударение? И вот хочется сегодня от вас прям... такое резюме, итог по каждому, наверное, герою проекта. Сегодня у меня, наверное, несколько грустное настроение, ностальгическое, потому что я попрощалась сегодня с ребятами, с участниками проекта. Действительно, сегодня было последнее занятие, и я придумала для ребят очень необычный экзамен. Поскольку я понимаю, что в проекте будет только один победитель, я им предоставила сегодня возможность почувствовать себя победителями каждого. То есть они выходили на сцену и говорили свою такую оскаровскую речь. Они, конечно, не были Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Это пока. Пока, да, пока. Но они уже сделали первый шаг к своей звездности. И это действительно порадовало. Которую они покажут у нас на проекте. Я надеюсь, что да, потому что, ну, по моим прикидкам, уже есть несколько людей, которые вполне смогут работать на телевидении и работать на камеру. Я сегодня буду хвалить всех, потому что я сегодня не нашла, к кому привязаться, честное слово. Я не буду сегодня голосовать против кого бы то ни было. Я сегодня всех оставляю в проекте. Это право нашего преподавателя. Обратимся к Евгению Лопатину, администратору проекта. Пропускает занятия постоянно вот этот человек Рустем. Если ты пришел на проект, должен ходить и посещать его. Если тебе это не нужно, мы можем тебя убрать.
Ну что ж, выслушав мнение всех членов жюри, я сегодня впервые вздохнула с облегчением, поскольку я очень переживаю за ребят. Я нахожусь с ними постоянно на протяжении всех съемочных дней телепроекта, и, конечно же, они мне все стали близки. И сегодня впервые в истории нашего голосования мы не удаляем с проекта никого, поскольку мнения членов жюри разошлись. До встречи на следующей неделе. Смотрите телепроект «Звезды экрана» в среду, субботу, воскресенье в 12:00. Звоните нам 244-78-69. Банкеты любой сложности, выездное обслуживание, оформление залов, подарок. Ресторан «Классик», Российская, 21.